Специальный корреспондент Виталий Калугин передает с места событий. 4 часа утра из квартала Мирный сообщили о перестрелке. Рядом с жилыми домами находится погранчасть. И на рассвете ее начали штурмовать. Ну, ровно в 4 утра начали штурмовать нашу пограничную часть. Ну, слышны были звуки выстрелов автоматов, гранатометов и снайперской винтовки. Ну, по звуку характерный звук. Пограничники отстреливаются. По данным ополченцев, в части могут находиться от 120 до 150 военнослужащих. Через час ожесточенной перестрелки погранчасти запросили поддержку с воздуха. В небе появился истребитель. Ополченцы попытались его подбить. По данным ополченцев, накануне в погранчасть привезли боевиков правого сектора и спецназ погранвойск. Солдаты-срочники, которые служили в этой части, хотели сдать оружие и уйти. Но боевики правого сектора их избили, забрали автоматы и забаррикадировались в части. Ополченцы пошли на штурм, но получили ожесточенный отпор. Ожесточенный бой идет уже 2,5 часа. В стены жилых домов рикошетом отлетают пули и осколки снарядов. На точках работают снайперы. Одному из ополченцев прострелили голову. На эту минуту бой продолжается. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов, НТВ.